регионы индексы, в пределах которых и могут повышаться тарифы. Для Чувашии это 3,9%. Максимальное изменение размера платы граждан с 1 июля текущего года за коммунальные услуги по отдельным муниципальным образованиям Чувашской республики может составить 6,2%. При наличии согласования представительных органов власти муниципальных образований данный индекс может превысить 6,2%, но при всем при этом средний индекс роста платы граждан по Чувашской республике не может превысить установленных 3,9%. По информации Министерства труда и социальной защиты Чувашской республики, за период с января по май нынешнего года социальной поддержкой на оплату жилищно-коммунальных услуг воспользовались около 316 тысяч или 25% от общей численности населения республики. На эти цели направлено 664 миллиона рублей. Средняя сумма поддержки на одного человека – примерно 420 рублей в месяц. Глава Чувашии подчеркнул, все социальные обязательства, которые берет на себя правительство республики, а в данном случае это субсидия, субсидии на оплату услуг, должны быть выполнены в срок и в полном объеме. Елена Гальперина, Олег Якимов, Республика. Задача госслужбы по тарифам – довести до жителей новой расценки. Они разнятся и в муниципалитетах, и в сельских поселениях, и в ресурсоснабжающих организациях. В среднем по направлениям повышение примерно следующее. Среднее по республике изменение тарифов составит на холодное водоснабжение – 2,42%. Водоотведение – 4,24%. Тепловую энергию – 3,76%. Рост стоимости горячего водоснабжения – 2,71%. Тариф на электрическую энергию для городских жителей вырастет на 4,4% и составит 2 рубля 18 копеек за киловатт-час. Цена на газ составит 5366 рублей 27 копеек за 1000 кубических метров с ростом 3,75%.